Я со своей стороны хочу вас поблагодарить особенно за вторую часть вашего вопроса. Вы спросили, как санкции против России помогут нормализации кризиса на юго-востоке Украины. Никак не помогут. Поэтому я обращаюсь и к вам, и к представителям средств массовой информации Франции. Боритесь за отмену всяческих ограничений мировой экономики. Только отмена всяких ограничений, свободный рынок и свободная конкуренция, честная, необремененная политическими соображениями и конъюнктурными инструментами, может помочь развитию мировой экономики, будет способствовать решению таких задач, как борьба с безработицей и повышение жизненного уровня наших граждан.